Ну, во-первых, это физиология, банально. Так. То есть я как бы там ни работала, я не смогу стать МакДэвидом. То есть если смотреть правде в глаза, да, и просто банальным вещам. Угу. Вот. МакДэвидом ты не сможешь стать по каким критериям? По скорости? Скорость, сила. Скорость, сила. Мы про это. То есть, да. Типа, даже если я мыслю на 10 ходов вперед, ага. Это может мне помочь, но меня просто догонят и потом съедят.